вот так вот ходишь-ходишь по лесу, а потом бац, снегурочки, елочка наряжает. Здравствуйте, дорогие друзья! Егерский дневник в эфире. Прогулки с егерем. Мы на вершину Ямтаж смотрели с юга, а подниматься будем с северной стороны. Вот по этому хребту, по этому гребню. Вот, кажется, вон уже за лесочком. Макушка там светится. А я однажды с этой горы съехал на охотничьих лыжах. Ага, ну и первый же береза влепился мордой лица. Ой. Едва не свалил бедное дерево. Ага, снег сверху на шапку мне насыпался. А так еще вот если вон туда на Косогор глядеть, за распадком там, вот тут в ложбине где-то кверху туда когда-то было гнездо орла. Я его здесь вот поблизости видел. Когда-то, это много-много лет назад. Беркут мне, как кажется, это был беркут. Символ Башкирии. Вообще, беркет. Все только ради самых красивых девочек. Залезу на эту гору. Для Даны Анихиной, для других туристов. Туристов. Вот добрались до первой ступени. Ага. Вон она впереди. Ой, ветер сумасшедший. И вот она. Вершина Ямтаж. Ямтаж. За это. Свежий след. От меня убежал только что. Вот егерь где только не гуляет. И оказался станция юных натуралистов городской. И вот смотрите, какие чудеса делают наши детки. Выставка, городской конкурс новогодний. Участвуют детские сады, начальные классы школ. Это просто чудо, люди. Вот, попробуем разговаривать на тему, чтобы эти работы выставили в городском выставочном зале городского музея в 21 микрорайоне. Это просто чудо, это надо видеть. Тут, я так думаю, низкий поклон не только педагогам, которые вот ведут детей к лучшему, светлому, но и я вижу участие родителей очень активное здесь, за кадром, так сказать. Просто чудеса какие-то, какие только материалы не использованы. О, красота неописуемая. Вот такой, вот такая прогулка с егерем сегодня. Вот так, я сын помощник. Сегодня с помощниками я здесь. Вот кино про меня снимают, вот фотографии. Вот, мы выложили соль для копытных. Здесь корыцы, вот, Настя зайчиков угостила солью. Ну и фотоловушку поставим. Будем посмотреть. Легаты лежат? Да. Ну вот смотри, вот все, что натоптано здесь, это натоптали лоси. Вот приходили туда-сюда, вон следы. Трех ведер, значит, нелущенных орехов получилось вот такое количество. Ну, сколько тут? Литров 8,5, наверное, орешков. Ну, как я их готовлю к длительному хранению, можно посмотреть на нашем видео «Ореховый гарнитур». А так, вот такой вот к Новому году
с прогулок с егерем, вот такой вот гостинец. Гуляйте вместе с егерем, путешествуйте вместе с каналом «Егерский дневник». Вот так вот, снегурочки. Путешествуйте в дикую природу вместе с каналом «Егерский дневник». И тоже встретите снегурочек. Ну вот на этом все на сегодня. Всех с Новым годом, до свидания, до встречи. Читайте рассказ «В Новый год в новых валенках». Пока.